Тверские врачи не стоят на месте и осваивают новые технологии. Впервые в Верхневолжье больному имплантировали сердечный клапан. Операция проходила под руководством московского коллеги. Под куполом операционной побывала и наша съемочная группа. В стенах областной клинической больницы проходит уникальная операция для Тверской области – протезирование сердечного клапана. Для ее проведения применяется аппарат искусственного кровообращения. Его используют при сложных операциях, когда пациенту при помощи определенных методик останавливают сердце. Тогда аппарат работает за него. Первым, кому провели операцию по протезированию, стал 60-летний мужчина. Ему заменили аортальный клапан. Он должен вернуть его к здоровой жизни. Во время операции раскрывается грудная клетка и выполняются технологические вмешательства. После вскрывается аорта, удаляется старая, пораженная болезнью, и вставляется новый клапан. Его выбор индивидуален и зависит от показаний для пациента. Сама операция занимает несколько часов. Операция технологически очень сложная. Вот, помогают нам коллеги из федерального центра, из Химок, 112-й больницы. Вот. Работает доктор такой знаменитый Вацукаев. Он у нас работает уже несколько лет, помогает нам осваивать новые технологии. Сердечные клапаны – основа внутреннего каркаса сердца. Если клапан не может выполнять свою функцию, нарушается внутренний ток крови. Из-за этого постепенно изнашивается сердечная мышца. Поэтому в некоторых случаях требуется кардиохирургическое вмешательство. Раньше для проведения подобных операций пациентам приходилось уезжать в Москву или Санкт-Петербург. Сейчас всем, кому необходимо протезирование сердечного клапана, смогут получить помощь от врачей Тверской областной клинической больницы, не выезжая за пределы региона. До конца этого года планируется провести еще 10 подобных операций. А сегодня мы начали новый цикл операций по замене клапанов. Теперь эти больные имеют возможность все это сделать в регионе, не уезжая никуда. Уникальная операция для Тверского региона прошла успешно. Теперь пациента ожидает период восстановления в больнице, и он сможет вернуться к полноценной жизни.